Парковать автомобиль ближе, чем на метр от подъезда, лестницы, пандуса теперь нельзя. За это будет штраф. Это инициатива президента. Сегодня ее в первом чтении поддержал Верховный Совет. Настоящий законопроект подготовлен в целях усовершенствования законодательства в целях защиты прав лиц с инвалидностью на свободное передвижение по территории Приднестровской Молдавской Республики и обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры. Сегодня же Верховный Совет поддержал в первом чтении инициативу о субсидиях для покупки жилья. Суть – больше бюджетников сможет ее получить. Речь идет о сотрудниках милиции, а также медсестрах из коррекционных и муниципальных организаций образования. Поступил действительно бюджет, сумма есть и сумма не предлагается к увеличению. Надо еще учитывать, что по механизму в соответствии с законом потенциальные получатели сертификатов после этого ищут, соответственно, жилье, оценивают свои возможности. Поэтому мы, определяя новую категорию, не увеличиваем сумму, даем возможность стать в очередь, будет возможность такая, они обязательно возьмут и реализуют свое право. Верховный Совет сегодня рассмотрел более 20 инициатив. Следующее пленарное заседание запланировано на 26 октября.